Всем привет, с вами Зароди, сегодня мы играем в City Car Driving. Как вы заметили на канале, у меня давно не было данной игры, вот. Поэтому, ребят, поставим лайкосик, поддержим меня лайкосиком и комментарием, вот. Ну и, конечно, кто не подписан, подписочка, вот. Сегодня видос опять у нас связан с коронавирусом, вот. Мы уезжаем из города на... это Nissan, вот название реально забыл, там что-то Nissan Titan, вот. Сейчас на нем выезжаем и едем в горы. Я не знаю, конечно, сколько эта серия затянется, но все же посмотрим. Так, ага, нам дальше разворачиваться. Ну, полетели тогда. Ого, а нам что ж, до верха подниматься? Вот это нам далековато, конечно, тут ехать. Пока нашел нормальную модельку, подходящую нам для ролика. Вот, очень долго сидел, искал машину. Будем стараться более-менее по правилам ездить. Вот, чтобы сильно не нарушать. Потому что если сильно нарушать, не особо интересно. Так, пошахматить. Типа, постараемся аварии не делать, конечно. Но я всегда так говорю, но они всегда у нас и получаются. А, я коробку случайно переключил. Я не понял, что она так завыла. Я аж испугался. Давайте ускоримся. Газ в пол. Ну, как видим, газ в пол, она не особо валит. Давайте так, через двойную сплошную. В принципе, никто не видел, мы аккуратненько. Так, нам... А, тут нам прямо, ёпта. Меня навигатор немного наипал. Так, сейчас мы становимся. Опа, а, как раз херак и уже зелененький у нас загорелся. Давай, гольф, едь же. Все нам сигналят, потому что мы всех подрезаем, поэтому мы стараемся быстренько покинуть город. Вот, и уехать в горы, кто помнит, там есть домик, старенький такой домик на самой горе, вот. Кто играл или кто видел старые мои видосы, тот поймет. Поэтому сейчас мы вылетаем. Вот пока из города выйдешь, полгода пройдет реально. Давай, давай, давай. Ну, а Ниссанчик красивенький, сейчас я вам с улицы покажу, пока стоим в пробке. Вот такой вот Ниссанчик. Конечно, тут камеру как-то ущербно сделали, вот что. Вот это вот мне, конечно, не нравится. Камера очень тупо сделана, вот. Ребят, ну комментов реально мало. Просмотры есть, лайк есть, комментов нету. Надо же и комменты ставить. Поэтому я на все комментарии отвечаю, которые пишете. Вот. Давай, ну, мы прям фартовые. Так, нам надо город, чем быстрее, тем лучше покинуть, поэтому... Ну так, опа-на. Аккуратненько. Нарушаем, никто ничего не видел. Ну, почти никто не видел, когда полная улица людей. Вот, еще мне нравится, что сейчас City Car Driving после обновления прям очень хорошо. На максималках 120 FPS вообще спокойненько держится. Это вообще по кайфу, прям реально этого не хватало. Да переключи же ты, я ж не газую. Так, сюда. Оп-оп. Никто пока не заметил, мы аккуратно. Вот реально, если газ просто держать, типа не в пол, это вообще такое ведрище, оно вообще не едет. Наверное, как автоваз разгоняется. Давайте вот так, если что, дальним будем моргать. Сейчас ближний выключу, включу габариты, чтобы мы могли вот моргать. Давайте попробуем по обочине обогнать. У нас там машина не маленькая размерами. Ого, а что у нас еще снег пока что? Вот это вот странно, странно, снег, что еще лежит. Вроде бы в городе уже нету снега, а у нас еще тут лежит снег. Ну, в принципе, как и в жизни у нас сейчас. То метет, то переметает. И что-то прогружается прям так себе. Ну и тут 150 FPS. В принципе, как видим, вот если я сейчас остановлюсь. Давай останавливаюсь. Прогрузится, нет? Ну, качество асфальта желает лучшего. Очко себе посигнали. Да, я самовежливость. Сейчас мы там в гору, главное, чтобы мы смогли заехать, потому что все-таки... А еще снежок, сыроватость. Давайте так перестраиваемся, потому что мне не видно, там есть машина, нету. Так, газ в палас, летим. Мне вот интересно, если вам зайдет опять эта игра, рубрика, хотел сказать, нет, игра, City Car Driving, вот. Если зайдет, то мы опять ее вернем на канал, и буду я ее как раньше часто очень снимать. Вместе с МТАшкой. МТАшку, конечно, мы никуда не денем. Вот. Опа. Ну, прям мы нормально идем, что там с... Ого, 150, я думал, километров 120 идем. Просто я хотел другую машину взять, Мерседес, но я так понял, там будут жопы, мы на Мерсе не заедем. Ух, тормоза вообще хреновые, пацаны.
Тормоза вообще такая дрянь. Тормоза очень плохие. Я сейчас вот еле оттормозился. Я думал, эту десятку снесу, у нее жопы вообще не останется. Сюда бы повреждение с бимки, и было бы вообще гонка-пушка. Да сигналь себе в попу. Задолбали, все сигналят. А как я сюда без навигатора вообще доехал? А, мы еще и проехали, да? Вот это я, Вася, нам же вот сюда надо было. Или нет? Или да? Так, подождите, я что-то не допер. Что-то я немного в пространстве потерялся. Я так понял, я проскочил переулок или поворот тут. Или нет? Да-да-да, проехали мы его. Нет, вот же он. Ёпта, пацаны. Навигатор брешет. Как его снять? Во, метку сняли. Давайте. Я думал, мы с навигатором... А, мы ж ехали с навигатором. А, я, наверное, ту точку проехал. А то я что-то вообще не вдупляю. Я даже не в пол давлю, но он, в принципе, спокойно едет, даже не буксует, поэтому это очень даже хорошо. Давай-давай, тяни. Тянет вообще спокойно. 2000 оборотов, плюс мы на автомате едем. Я первую, вторую, третью передачу не включаю в ручной режим. Вот, поэтому я думаю, на автомате даже мы очень даже неплохо справляемся тут. А ну, газ в палас. Ну да, идет он спокойно. Все, погнали, погнали, давай, давай. Вот это мы, конечно, тут вообще... Хорошо, мы спокойно заехали, потому что бывало такое, что если дождь идет, то на Патриоте я сюда вообще заехать не мог. Ни на Патриоте, ни на УАЗике буханки, вот. Но какие машины, у них не получалось сюда заехать. Потому что наклон в начале очень-очень большой. Там хороший прям наклончик. Ну, вы сейчас видели. Вот в чем прикол. Я на циферку 1 случайно нажимаю. А, я вот опять на третьер нажал. Ёперный театр. Сколько я буду вот с этим клавишем? На нем он вообще тут едешь и не чувствуешь этой фигурки. Ну так, немного тебя подтряхивает и все. А, самого такой прямо, что грязя. Грязь тут, колея вообще не чувствуется. О, вот сейчас прям зацепились днищем неплохо, поэтому давайте как-нибудь вот так аккуратненько будем ехать. Вот сейчас мы тут офигеем. Во-во, начинается, пацаны, оффроуд. Оп-оп, оп-опа. Вот сейчас я пойму так, пойму, понимаю, что жопа сейчас будет. Что-то я вообще запинаюсь, пацаны, сорян, сорян. Пуш-серию я даже в 12:30, чтобы я записывал, такого еще никогда не было, вот. Идет, идет, давай. Да зачем ты переключаешься? Ты уж такая дорога, и тут только входом ходом. Ёпта, куда ехать? Ой, я чуть-чуть съехал с дороги, не заметил. Вот, все, мы доехали до нашей деревушки. А мне интересно, тут другой выезд есть? Раньше была же другая деревня, а теперь тут заправка. Или их две? Вот это что-то непонятненько. Блин, случайно открылся второй экран. Алло. А чё ты не едешь? Я так понял, я застрял? Вообще не едет. Не понял, ты чё? А ну. Нет, всё, поехал. Алло, дядь. О, всё, всё нормально. Давайте сейчас попробуем опять вниз спуститься и глянуть. Вроде там тоже есть деревня, если ехать по дороге, потому что я что-то особо не помню, чтобы была другая. Оп, лалалай, поворачиваем. Ох, колеса как трещат, АБС-ка срабатывает, вообще на полную отрабатывает, это очень даже хорошо. Интересно, я тут смогу аккуратненько съехать? В принципе, у нас-то... У нас-то. Уху-ху-ху-ху. Да, вполне спокойно, вот он съезжает. Что-то у нас спереди. О, вообще, вот по проходимости он мне прям нравится, прям капец. Прям вообще пушка-гонка. Я так понял, нету деревни больше. Наверное, это вот ту снесли, а эту поставили новый домик. Вот этого я не знал, конечно, это новшество для меня. Вот это у нас ОБС, который хотит. Сейчас мы включим первую и будем на пере... Ладно, давай вторую. Не, на передаче нельзя спуститься, поэтому в любом случае нажимать на тормоз. Вот это рядом обрывы. Капец, вот посмотрите, мы над дорогой едем.
Я надеюсь, вам не видно комментарии, которые сейчас повыскакивали. Да, бывает такое, что вылазит у меня комментарий, на экране сразу уведомления включены. Поэтому пишите комментарии, я сразу отвечаю, после видосика пойду сразу отвечать на комментарии. Потому что так надо. Тормози. Фу. И хать, и где мы выйдем? Я вспомнил. Тут, короче, кто помнит, как ехать отсюда, вот с этой деревни, в эту сторону, в которую мы сейчас ехали. Там будет этот, как это называется, туннель, во. И в этом туннеле, вот, мы над туннелем проехали. Ну все, сейчас спускаемся, и в принципе все, можно уже и заканчивать у нас видос. Такой вроде бы небольшой видосик выйдет. Хотя, как сказать, небольшой. Оно всегда, когда играешь, кажется небольшой, на самом деле очень много времени проходит. Вот тут трактор, вон что-то дорогу делают, наверное. Будет интересно, в дождь, в грязь, смогу ли я тут проехать. Потому что когда дождь, физика меняется, и даже я на этом джипе полноприводном могу свободно крутить пятака. Даже сейчас вам, если что, покажу. Ой-ой-ой-ой-ой, прям зацепилось, прям больно. А ну, сейчас покажу, попробую. И хоть, пацаны. А ну. Не крутит сейчас. Если вам будет интересно, мы можем в следующей серии съездить по этой дороге, прокатиться и еще что-нибудь поделаем на серичку, на видосик. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Зарядье. Всем пока-пока.